белым акриловым грунтом прокрашиваем ту поверхность, которую будем закрывать декупажем. Декупаж – это салфеточная техника. Салфетки используются только верхний слой, поэтому основание должно быть белым, иначе рисунок будет просвечивать. Визуально разделим площадь ноутбука на 4 части. Цветовой переход у нас будет ассоциироваться с временами года. Это зима, весна, лето и осень. То есть плавный переход от одного времени года к другому. Весенние оттенки в композиции должны быть более яркие, светлые и теплые. Декупаж – это удивительная техника, она очень простая в исполнении, а если придумать сюжет, то работа получится намного интереснее. Так как основной цвет ноутбука черный, черной краской акриловой делаем плавный переход. Давать новую жизнь старым вещам всегда очень увлекательно. Из черного незрачного ноутбука у нас получился очень яркий предмет интерьера.